Всем привет, друзья. Сейчас я иду, значит, на склад, да, друзья. Надо все же придумать или туда положить что-нибудь, ну, заполнить этот склад вещами или еще что-нибудь придумать. Ну и вот, друзья, так, вон там мэр, жители бегают. Ну ладно, мне еще не до них. Да, друзья, мне сейчас надо дойти до склада. И все. О, табличка, что здесь написано? Что сюда надо ложить? Так. Ну-ка, игрокам вход запрещен. Так, стоп. Чего, как? Как? Это как-то несправедливо. Стоп, что? На склад нельзя уже ходить игрокам? Я если там весь оставил бы... Не, а в общем, почему нельзя ходить? Странно. Так, надо сейчас с мэром поболтать. Так, я даже дверь не буду закрывать. Мэр, скажите... А чё? Нельзя-то на склад мне ходить-то? А, на склад тебе запрещено ходить. Ты же читал, да, там новый указ? Да, читал, ну... Но это же не позволяет, ну, как бы... Игрокам тоже можно как бы... я даже не знаю, что вам мэр сказать-то. Ну, нечестно же, сами согласитесь. Да не тесно, все тесно, не надо здесь придуриваться. Лучше вот иди свои постройки доломанные, разбери и выкинь. Чего? Ну это да, я вон те разрушенные здания, конечно, уберу. Ну а. Ну ладно, ладно, я даже ничего не буду вам сдавать. Я, короче, все понял про вас, мэр. Вы просто слишком жадный. Так и скажите мне. Так, все, давайте, мэр. Ай, ладно. Да, вот такие, друзья, и бывают мэры. Так, ну ладно, я, наверное, все равно проберусь. Ну, потому что, друзья, это как-то, ну, нечестно. Что они там могут хранить, если мэр-то не пускает? Тогда, друзья, там что-то точно есть. Может, они вообще против меня заговор заговаривают, то, что меня они убьют. Так, ладно, друзья, вот это как страшно стало. Так, сейчас, друзья, давайте. Вот, я дверь открыл. Так, со мной ничего, друзья, не случилось. Так, и... чего? И все? Здесь ничего нету, здесь какие-то золотые моркови. Странно. А что они меня не пускали? Вы, как вижу, здесь уже парочку съели. Так, ну, здесь... Ага. Здесь как раз, друзья, 12. Эти как... Моркови этих. Как раз 12 жителей, кстати, друзья. А я чё? Игрок, где игроку-то не сделали? Я бы 13-м тогда был бы. Так, друзья, ну ладно, я там морковь возьму. Сейчас, наверное, пойду домой, перекушу этой морковкой. Так, золотой, да, друзья. А то вообще наглые какие-то жители взяли поесть. Такую вкусную морковь, она же золотая, вкусная же. А они вообще даже мне не дают. Наглецы, вот просто наглецы. Так, ну мэр меня не запалил. Это самое главное, то что я взял морковь. Так, ну ладно. Так, ну с мэром все ясно. Он, наверное, склад не отдаст, поэтому я даже его трогать не буду. Пусть сам разбирается, короче. Я главное, что проверил, склад уже не пустой. Я как понял, друзья, там теперь на этом складе будут вот такие моркови, друзья, да, хранить. Все золотые какие-то. Странно, зачем вообще жителям-то? Ну ладно, это не мне решать, поэтому, друзья... Ой, ладно, так, Рекс я отпустил, так, так, ну что еще сделать-то? Ладно, друзья, я сейчас, наверное, возьму и поем эту морковь. Так, так, черт, какая... Так, жесткая, друзья. Тем более, есть даже не хочу. Не, я ее все равно слопаю. Так, сейчас как-нибудь попробую съесть. Так. Фух. Съел, друзья, все. Ну, морковь так себе оказалась. Что-то не очень вкусный, как остальные те моркови. Они и то были вкуснее, да, друзья. Это какая-то такая жесткая. Жестковатое, что ли. С привкусом там картошки еще. Ну там, естественно, и морковь есть. И пшеница почему-то там тоже такой со вкусом хлеба. Фу, как-то противно, друзья. Так, ладно. Что-то меня даже, кстати, сон клонит. Так, надо сейчас лечь поспать. Ой, что-то реально меня сон поклонило.
Так, друзья, ладно, увидимся уже потом. Так, что? Я поспал, друзья, как-то так себе. Так, странно, что-то я как-то по-другому разговариваю. Так, надо на себя посмотреть. Стоп, это я? Нет, не может быть. Я что, жителем стал? Нет. Не может такого быть, что я стал жителем. Как? Может, это маска? Так, надо ее снять. Так, ну-ка, может, здесь? Нет, здесь нет маски. Я стал жителем. Нет! Черт. Может, из-за той моркови тупой? Черт, надо с жителями поговорить. Что делать-то мне? Так, ладно. Сейчас надо спокойно дойти до них. О, кстати, житель. Так, надо взять, так, мотыжку. А, черт, точно, я же вспомнил, я же продал. Ладно, лопату возьму, так уж и быть. Так, сейчас с жителем поговорю спокойно просто. И все ему объясню. Житель, это Рэч, выходи. О, житель, привет, как дела? А ты ничего не замечаешь во мне? О, ты что за чудовище такое? Где Рэч? А? Отвечай, житель. Не, это я. Я Рэч, просто я съел, ну не случайно, вашу морковь золотую. Морковь золотую? Ты чё, с ума сошёл? Я же говорю, нет, я говорил. Бар тебе, кажется, говорил. Он должен был тебе сказать, что нельзя есть эту морковь, это всё для жителей. Ну я откуда знал то, что это для жителей? Ой. Такое ощущение, то, что охота работать мне. Да, теперь вот бойтесь с этим. 24 часа это будет продолжаться. А там уже этим, наверное, станешь. Я не знаю, что с того будет. Игроки никогда не ели это. Нет, не может быть, чтобы я остался жителем. Даже как-то страшно перенести так. Ой, такое ощущение. Так, мне нравится копать, офигеть. Первый раз такое ощущаю. Так. Житель, а что с этим делать? Почему я тебе буду теперь рабом навсегда, что ли? Стой! Да, ты не будешь рабом, это с удовольствием пройдет. Просто работай и все, как обычный житель. А? Как обычный житель? А, ну ладно. Так, вот сюда посажу, офигеть. Как прекрасно же сажать. Черт, почему я такие ощущения ощущаю? Я, похоже, житель реально рабом стал. Да нет, ты не раб. Только совет тебе больше морковки не есть, золотых, а то ты можешь и навечно им стать. А? Я могу навечно стать жителем? Да не буду я есть, ты не паникуй. Ну, конечно, сейчас это пройдет. А, что там говоришь, что там пройдет? То, что ты рано или поздно захочешь поесть, ну и побежишь за золотой морковкой. Ну ладно, я сейчас добегу до мэра и спрячем всю морковь золотую. А, ну вот, видишь, ты спрячешь, все нормально. Так, что-то я есть захотел. А, житель, а, кстати, а что можно поесть? А, ну если житель, то ты ешь теперь хлеб, морковь и картошку. Чего? Я ем это, теперь я это ем? Так, нет, ты обманываешь. Сейчас пойду мясо поем. Офигеть, все жители, что ли, эти как, травоядные, все только любят есть одну траву, что ли? Да не может быть такого. Ну ничего, сейчас я поем жареной свининки. Фу, как противно. Фу, соленое все. Фу, мне в рот что-то не влезет. Так, ладно. Может, я все же реально вегетарианцем этим стал. Так, ладно.
Так, где можно добыть морковку или картошку? О, идея. У друга, вон там, в том доме, у моего друга должна быть картошка или морковка. Надо быстро добежать до него. Так. Ой. О, как я устал же бегать. Вот оказывается, жители вообще еле-еле как задыхаются. Едят вон фрукты, овощи, а сами задыхаются. Так. Так, надеюсь, здесь будет еда. Есть еда. Еда, наконец-то. Картофель. О, изумруды. Так. Черт, я не могу устоять. Я хочу все изумруды забрать. Черт, изумруд. Зеленый такой. Так, надо посмотреть на него, полюбоваться. Вау. Какие же изумруды красивые все же. Так, картофель, ну, полноценно, я могу есть его. Ну ладно, оставлю. Так, черт, надо взамен что-то оставить, а то может, ладно, так уж и быть. Скину пшеничку ему, ну и там семена, сам потом посадит, сам себе хлеб сделает. Так, что же еще? Такое ощущение, что как будто что-то не хватает. Черт. Я не должен есть эту морковь. Черт, друзья, я не могу устоять. Я хочу эту морковь. Так, золотая морковь. Я хочу золотую морковь. Черт, житель ничего мне не скажет. О, кстати, он, возможно, золотая морковь на складе. Так. Так, Так, игрокам вход запрещен. А я уже не игрок. Я житель. Так, стоп. Что? Где морковь? Хочу эту морковь. Жители спрятали все от меня. Ничего, я сейчас дойду до мэра и найду эту морковь. Так. Так. Я эту найду морковь. Вон тот житель вообще ничего не скажет и не расколется. Странно, что если у него дома? Он же готовит еду для нас. Так, или же будет эта морковь у мэра? Странный выбор у меня какой-то сейчас. О, кстати, житель, постой. Я житель, где золотая морковь? Надо подкрепиться мне. Золотая морковь? Не надо раньше придуриваться, я знаю. Я тебе расскажу. Значит, и так, да, так, ладно, я сейчас пойду к мэру и у него спрошу эту морковь. Да нету там моркови, она всего лишь спрятана в одном месте. Где, говори, ладно, плевать на тебя, сам найду, так, где эта морковь-то? Нет, не ходи. Значит, она где-то здесь, да? Так, ладно, сейчас найду. Так, может, они там под низ спрятали? Нет. Так, что-то жители бегают, ладно, плевать. Морковь золотая, так. Как вкусно пахнет-то. Так, наконец-то я съем эту морковь. Так, ладно. Так, так, стоп. Так, почему у меня морковь? Так, стоп. Я вспомнил. Я жителем стал? Нет, не может быть такого. Фух, нет, я не житель. Фух, может, это сон был? Да нет, друзья, не может быть такого. У меня морковь, у меня изумруды. Так, я, кажется, вспоминаю. Так, ладно, все, ну нафиг эту морковь. Все, что жительское, то я больше не буду есть. Лучше спрашивать, друзья, буду, чем вот превращаться в жителей. Ну нафиг, чуть. Я, друзья, навсегда не стал жителем. Да, друзья, опасно жить в такой деревне. Так, ну ладно. Фух. Теперь надо еще изумруды, картофель вернуть. Фух, ладно. С вами был я, Рэдь. Всем удачи. И всем пока.